Для переноса занятий с 8 утра на 7 часов 40 минут столичный департамент образования намерен изменить типовые правила. Именно этот документ и не позволяет перенести начало занятий на 20 минут раньше. Соответствующее письмо направлено в профильное министерство. Сегодня в Акимате Астаны отметили, что изменения не коснутся первоклассников. А для того, чтобы принять окончательное решение о новом времени начала занятий, департамент образования обещает провести анкетирование родителей. Переход однозначно, конкретно, сегодня, завтра или там мы сейчас не ожидаем. Сначала мы должны будем, вот внесли предложение по изменению правовой базы, однозначно. Нарушения закона здесь не будет, я еще раз повторяю, чтобы мы могли точно, четко и уже аргументированно с родителями, а у нас будет вестись также собрание, опросы, анкетирование по разграничению времени. Помимо школ, в Акимате Астаны предлагают изменить график работы госорганов. Организации поделят на 6 категорий, и для каждой из них рабочий день будет начинаться в промежутке с 7 до 10 утра с интервалом 30 минут. Такие новшества вводятся, чтобы разгрузить городские дороги в утренний час пик. Трафик снизится на 17-25%. Предложение, в котором будет указано время начала рабочего дня для той или иной организации, разработают в течение 2 недель. Частным компаниям столичная администрация рекомендует пересмотреть рабочий график самостоятельно. Это удобно в первую очередь самим горожанам, вы поймите. То есть для вас же не секрет, полчаса времени поехать раньше на работу, и вы спокойно доезжаете 10-15 минут. Нет такой части города, чтобы вы не проехали. Ну максимум там 20 минут, это потолок. Эти все мероприятия ориентированы исключительно на удобство. Это не какая-то там модная вещь или еще что-то, ничего подобного.